Все просто. Департамент дорожного хозяйства имеет МКУ, ядерную службу, которая является заказчиком проведения всех дорожных работ в области и одновременно осуществляет контроль за качеством этого контроля. Значит, мы продолжаем политику укрепления кадрового состава, именно профессионального кадрового состава. У нас профессиональный директор департамента. И вчера назначен директором ядерной службы Соловьев Владимир Владимирович, который работал в Первомайской группе, в Даниловской группе. И 4 года возглавлял департамент дорожного хозяйства ради. То есть он профессионал, а сейчас будет заменой кадрового состава в ядерной службе. То же самое происходит. Наша задача – это повышение качества. Значит, проведены первые аукционы на 650 миллионов 19 лотов разыграны. В основном это по опорной сети дорог Ярославской области. Победили 4 основных участника, и там все русские фамилии. Значит, это в первую очередь наш ядовмост Лифанов, господин Лифанов. Это РУМС, Рыбинский, Сдвижков. Это ДСУ, Рыбническая, Никитин, и УПРЭО, Пучков, это тоже самая Рыбническая организация. Все они известны высоким качеством проведения работ, и я надеюсь, что вот этот такой старт дает основание, что все работы нужно выполнить в срок, и качество мы уже будем проверять. То есть большая проблема, это у нас реализация муниципальных субсидий, те, которые мы даем из областного бюджета, а мы выделяем порядка 600 миллионов муниципальным образованием, они самостоятельно проводят торги и реализуют их на своих муниципальных дорогах. Так вот, мы провели выборочно проверку тех объемов, которые проведены в 2013-2014 году, и у нас очень большие замечания по Переславскому, Ростовскому и Ярославскому району, по качеству асфальта, по смеси, по толщине, по водному освещению, то есть там масса показателей, которые не выполнены. То есть они являются заказчиками, не обеспечивая надежный технический надзор за выполнением работ, а соответственно жители жалуются в область, хотя в городе область здесь ни при чем. Поэтому задача, поставленная перед новым руководителем Ярославской области, это проведение второго контроля, двойного, независимо от того, проводят они контроль сами, не проводят. Мы этим вещам не верим, и поэтому будем сами проверять качество асфальтобетонного смеса. Муниципалы самостоятельно привлекают, они в своем составе не имеют лаборатории, но имеют право привлекать со стороны. И обычно так происходило, и поэтому, вот, к сожалению, такие факты мы имеем, в том числе и по городу Ярославль.